Куняш. Ну хоть кому-то в этом доме нравится этот лазер. Ну так теряется. Хотя пусть и в молодости тоже сыграл. Ну да, он что-то играл. Кони. Ну ты же не лицо, не глаз. Упс. Тем более это слишком маломощный лазер, чтобы как-то зрение портить. Но я думаю, не знаю. Подороже, наверное, купить, не за 37 рублей, да? Да, надо час держать, чтобы в глаз. Смотри, ну перед тем, как прыгнуть на мордочку, все-таки думает. Если на другие части тела просто прыгает. Да, на белом хорошо видно. Пусть так уже злится. Какой маленький ублюдок. Ничего, ничего. Пусть я просто покусаю без лазера. Точно. Для таких вещей лазер не нужен. Куня. Бедный пусть. То рысь его грызла, то Фиби. Точнее, вначале Фиби, потом рысь. Да ладно, для пусть ты можешь на это не смотреть сейчас. Для пусть это был лучший подарок. А на зубы лазер влияет? Нет. Сейчас мы узнаем, у комментаторов напишут. Световую пломбу пойдем. Тварина тупая, что же ты делаешь? Живодерка дура. Прожигаешь мордочку насквозь. Да. Вон там дымок пошел.